сказать, местный колорит. Сейчас сложится у зрителей. Так, Чампотон направо, да? Да. Сейчас покажем, какие платные дороги. Чампотон кого-то платная. Просигнали. Не знаю, что делать-то. 25 песо, типа, куда-то сунуть. Идет? Сейчас еще сдачи не будем. Прикольно. У тебя же было где-то 50 песо. У меня нету. 25 песо нужно заплатить. Денег где-то заснул, видно, редко кто-то ездит по платной дороге на Чампотон. Смотри, сзади сними, вон там. Поздно сказал, Сережа, нифига не видно. Ну смотри, впереди. Ты билет взяла, а то, видимо, его нужно предъявлять будет. Такие у нас путешествия и дороги классные. Сейчас вот мы показали, были не очень дороги, а когда мы ехали раньше те дни, то даже бесплатные дороги примерно вот такого же качества. Только просто деревни по пути попадаются, и там низкая скорость и много лежачих плитей, поэтому неудобно. Что-то выращивают, не знаю, что это такое. Как раз это сахарный тростник. Разговаривать на испанском языке я уже отвыкла разговаривать. Иногда не могу даже двух слов сказать. Все время молчу. Сережа разговаривает на испанском с мексиканцами. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Больше я ничего не говорю, этого хватает. Чтобы тебя поняли и отправили куда надо. Жалко, говорить, но леса нету. Ладно, пока закончим.